совсем не положено. Да? А где, ответственное лицо ваше? Масса, начальник, водитель. Директор нам сказал. Директор. Молодой человек, смешно. Что смешно? Смешно. Что смешно? Вот это смешно. Вы видите, что я на работе. Вот это смешно. Понимаете? Я просто хочу смотреть вот сюда вот. Сюда не смотрите. Смотрите, вот болото вот такое. Болото, сюда, да? Лодку надо. А почему трава на дорожке растет? Вы мне скажите. Пускай растет трава на пускай дорожке. Пускай растет, а ее там должна там расти. Должна. Да? Да. Почему вы дорожка вы это вешали, чистится, скажите? В определенное время и определенное количество раз его за лето. Не трогай. Каким нормативным актом это не предусмотрено, вы мне скажите? Что это плохо? Она нарушает эстетический вид моста или что? Конечно. Чем она нарушает? Вы молодые люди, сделайте субботник. Хоть раз так, а мы сделали субботник? Ни разу молодой не сделали. Серьезно? Ни разу. Вы видели? Молодой вы человек, видели? Вот сюда вот напишите, Таня, что вы хотите. И выйдите, и конкретно. Я хочу, чтобы вы, извините меня, за наши деньги, которым платим вам зарплату, за наши налоги, сделали свою работу. Они боролись с ленточками. А ты знаешь, что я тоже работаю? Вы, каждый пожалуйста. День по 8 часов. Я знаю. Таня, и за это вам деньги платят. И я тоже плачу налоги. А чего, и не тыкай меня моей работой. Я не на тыкаю. Нашу работу никто не идет. Чего вы орете? Не зачем трогайте его! Вы орете? Не, не надо трогать мою работу. Я не трогаю. Я говорю, кто вам платит за срезание ленточек? Кто вам дал указание? Назовите мне фамилию директор этого человека. Как его фамилия? Мароновский. Мароновский. Директор Московского района. Вот этому директору чего? Сейчас будет обращение с 500 жителями, с подписью. И 500 что? Жителей. И что? Чтобы он заполнял свою работу. И что? Эти деньги, которые мы платят налогоплательщики, они боролся с ленточками, которых он не вешал и которые не нарушают никакого эстетического вида. Да? Да. Вы уверены? Я уверен. Если бы не нарушалось, то... Мужчина, извиняюсь, а вы директор, да, наверное, или начальник? Руководитель, а представьтесь, пожалуйста, как вас фамилия, имя, отчество и должность. Будьте добры. Я житель этого района, меня зовут Александр. Не надо здесь записи вести, я не пришел. Вы открыто действуете, вы же на работе. Мы на работе. Да. Мы снимаем посторонних. Хорошо, я вас не буду. Я не вас не снимаю, снимаю вот пейзаж. Скажите, пожалуйста, я могу как могу обратиться? Фамилия, имя, отчество, пожалуйста, ваше и должность, будьте любезны. Не хочу. Не хотите, да? Вы являетесь сотрудником Зенстроя? Не представляю, нужным это делать. То есть вы являетесь сотрудником Зенстроя или нет? Являетесь. Можно вас на минутку? Я там хочу как гражданин обратиться, сделать обращение. По поводу, извините, этого запаха отвратительного, да, который здесь. По поводу вот этого вот болота, который гниет, извините, и с таким запахом это все идет в окна людям. Пойдемте дальше, пожалуйста. Посмотрите, трава. Это, скажите, должно так быть? Город. Вы сейчас очищаете мост. Да. Вы не очищаете траву. Мост, это ваша, извините, и мост, прямая. И траву, и мост в том числе. Когда это будет сделано? Уже, извините, конец лета, сентябрь месяц. Когда вы очистите здесь траву? Очистим. И скажите, каким, пожалуйста, нормативно-правовым актом запрещено размещение ленточек на ограждении? Это посторонние предметы. Нормативно-правовый акт. Есть это посторонние предметы. Есть конструкция. Вы меня слышите, пожалуйста. Вы меня слышите. Это конструкция. Да. Она так построена. В таком виде должна быть. Никаких ленточек здесь размещать не нужно. То есть запрещено, да? Запрещено. Это посторонний предмет. А скажите, а если, допустим, у нас есть инициатива разместить здесь, ну, в виде государственного флага, ну, красно-зеленый. Обратитесь возможно? В администрацию. Ну, это возможно как бы? Не знаю, в администрации ответить. Но вы только что сказали, что это запрещено, а сейчас вы говорите, обратитесь в администрацию. Ну, обратитесь если в администрацию. Если мы, то есть, повесим зелено-красные ленты, вы их тоже срежете? Вы обратились в администрацию, чтобы повесить? Я не обязан обращаться в администрацию. Обязан. С этим вопросом. А я вам говорю, ну, вы обязаны. Так считаете. Вы мне скажите, если мы повесим красно-зеленые ленты, вы их тоже срежете? Да. Тоже посторонние срежете? Предметы будут. То есть, в форме национального флага вы их будете срезать. Правильно? Но это не национальный флаг. Государственный. Я с вами это обсуждать не хочу.